Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы скульпторов, художников и описание этих работ по книге «Великий музей мира». Мосхофор, 570 год до нашей эры, мрамор, высота 165. Мосхофор в переводе с древнегреческого означает «тельценосец». Одна из древнейших, хорошо сохранившихся вативных статуй Акрополя. Она была посвятительной жертвой. Появление данного типа изваяния стимулировало творческие поиски. Такие работы мастерам заказывали богатые и знатные люди в знак благодарности или просьб к богам. Статуя примечательна сдержанным силуэтом, как будто ощущается массивный блок камня, из которого она делалась. Статичность здесь контрастирует с выразительными гипертрофированного размера глазами. Волосы прорезаны орнаментально. Обращает на себя внимание пресс, демонстрация физической силы, рисунок мышц, декоративен. Статуя фасадна, рассчитана на рассмотрение только с одной точки зрения. Поверхность гладко отполирована, одежда обозначена условно, она плотно облегает фигуру без всяких складок. Скульптура была найдена на Афинском Акрополе в 1864 году вместе с Афиной Ангелитоса. Вот такое описание к работе Мосхофор, 570 год до нашей эры, мрамор. Описание по книге «Великий музей мира». Пока-пока. До свидания.